Добрый день, друзья. В общем, мы тут собираемся уже гулять с Чарли. Я приготовила себе жилетку, а он на ней уже уместился, чтобы поспать. Ой, что это такое-то? Смотрите. Запах идет невероятный. Это просто что-то. И, в общем, вообще классно. Это у меня розовый, а это вот фиолетовый. Что они не в одно время все цветут. Вот этот отцветет, у меня зацветет вот этот. Ну, шикардос, шикардос. Классно. Завтра, кстати, нужно взять письмо. Наверное, это штраф. Мы будем надеяться, что штраф этот с прошлого года. Помните, когда кто смотрит мои влоги, давно помнит, что у меня штраф был, не помню за что. Вот, и хотела его оплатить, но я потеряла бумажку. Поэтому, наверное, мне ее заново прислали. Вот, надо сходить в понедельник. Так что вот такие у меня планы. Смотрите, пахнет на всю квартиру вообще. Эта бутылка, я вот в этой бутылке воду наливаю и поливаю только отстоянной водой или какой там водой-то. В общем, я что хочу-то? Я хочу... Вот смотрите, он растет, видите? А тут как-то не растет. То есть он в длину растет, а тут не растет. Странный цветок, ну да ладно. Не о цветке дело. Ох, ни хрена себе, какой лук у меня. Ни хрена себе, какой лук вырос. И этот растет. Ой, еще один, смотрите. Классно. Это у меня кстати, мою птичку хочу повесить вот сюда. Моя хотелочка. Все еще будет хотелочка. В общем, хочу взять пылесос, пропылесосить машину. Вот. С вот этими насадочками возьму и пропылесошу. А вот этот что-то цветок у меня загнулся. Вот этот. Он был с корнями, но что-то, видимо, пошло не так. Смотрите. Скоро зацветет опять цветок. У меня, кстати, на работе тоже выросли бутончики, и он будет опять заново цвести. По два раза цветет в год. Вот этот растет, ему ничего. В общем, да, каким-то цветам у меня есть предрасположенность, каким-то нет. Наверное, у всех так. У нас сегодня вот такая погода. Ну, сейчас все увидите на пляже. Мы сейчас на пляж поедем. Я выпила кофе, позавтракала. Вот. Обожаю цветы, но почему-то они у меня как-то, не знаю, не умею ухаживать, наверное. Надо как-то их недолюбливать. В общем, да. Бамолака и Митико. Любит он на моих вещах лежать. Это надо поправить. Так. Вот. Все, идем на пляж. Люблю этот парк. Вообще для детей здесь все. Сделаны, смотрите, всякие там беседки, качели. Там вот бегают ребятишки маленькие. Конечно, это не для собак, но не знаю. Запретов нет никаких, но... Нужно быть осторожными с вот этими чудиками. Красиво же, тучи какие-то были с утра, сейчас они разносятся. Разносятся или как там? Расходятся. Чарли, аино, аки. То он уже пошел играть с ребятишками, да? Ты не умеешь играть с ребятишками. Или ребятишки не умеют играть с Чарли. Непонятно. Кто с кем. Хотя вчера я вообще офигела. Мужу рассказываю, он говорит, да ладно. Я говорю, да, представляешь, пока я там с камерами ношусь. Он там уже себе друзей нашел. Он говорит, может, он их знал? Я говорю, да нет, потому что поздоровались бы и знали бы, что это либо, что это кобель. А они так на него там, ой, кто это, девочка или мальчик? Ну, не со мной разговаривали, а с ним. Представляете, и вообще здесь люди, когда идешь одна, ну, вот так вот, никто на тебя не обращает. Идешь ты с собакой, все здороваются с собакой, потом с тобой, разговаривают с собакой, представляете? Вообще, это, как это, девушкам намотать на ус или как там, очень можно реально познакомиться с кем-нибудь, ну, с каким-нибудь собачником, да, если девушка ищет себе жениха, то вполне возможно познакомиться с каким-нибудь парнем таким вот образом, потому что
Нет, у меня, конечно, не было случаев, но завязывались разговоры там, да, мне без разницы. Ну, просто я не в поиске, поэтому у меня, наверное, на лбу написано, что мне не нужен никакой мужчина. Ну, а так бы, если бы можно было бы, наверное, пококетничать или еще что-то. Ну, в общем, вы меня поняли, да, я в этих вопросах вообще профан. Я уже не знаю, где я. Вот я даже мне спросят там где-нибудь знакомство. Я понятия не имею, где можно познакомиться с кем-нибудь. Вообще даже не знаю, как это делается и куда надо бежать, чтобы знакомиться. Мне кажется, для меня кажется, что это вообще как-то нереально. Вот. Еще как я такой человек, что очень стеснительный. Хотя по мне не скажешь, но я, блин, знаете, ко мне, если, ну, помню еще в молодости, когда молодая, красивая была, если какой-нибудь парень подойдет, я вся побледнею, покраснею, чуть ли не в обморок падаю. Ой, не могу, как вспомню. И сейчас я думаю, что тоже все будет то же самое. Ой, вот что-то я вам рассказываю, непонятно что. Вот просто воспоминания такие нахнули, и вот так вот про тему. Интересно, вот как бы. Не знаю, многие спрашивают, там, где бы можно познакомиться. Понятия не имею. Понятия. Ой, блин, я ж в патчах иду. Ой, блин, иду, такая красивая. Какое мне знакомство, у меня патчи на глазах. Ой, блин, сейчас все разбегутся наоборот. Ой, блин, красавица. Ой. А тут вот у нас, походу, как это, болотная часть. Там птички живут, зона животных. Сейчас время фенхеля. Вот, кстати, это тоже фенхель. Вот, но нужно собирать вот такой для пучеру де иноху. По-испански фенхель – это иноху. Здесь, видите, такая зона, нет машин, ничего нет. Это тоже там лакомится. Вкусняшка. В общем, все в пользу, все в пользу. Мама травку собирает. И сынуля тоже травку собирает. И порадую мужа. Во вторник или в среду когда-то пучеро де иноху ему сготовлю. Я готовлю каждый год, раз в год я готовлю. Он тут дикий и самый вкусный. Такие вот самые свеженькие, зелененькие. Мне еще надо немного, чтобы прям хороший такой получился супчик. Супчик такой и очень полезный, кстати. Видите, хожу вот так вот и смотрю, высматриваю. Сейчас все растет, все цветет. Самая-самая пора. Шмели летают, все, как это называется, лохоматый шмель. Летают, опрыскивают. Не опрыскивают, а что там? Окучивают. Тут вот, видите, это большие вот ветки фенхеля. Этого много. Вот, вот, видите, такие зеленые, которые такие... Терно, по-испански называют терно. Свежие. Вот. Видите, вот такие вот. В общем, да, будет нам супчик. Тут тоже много. Буду собирать. Смотрите, когда море спокойное, насколько оно далеко находится. Помните, как-то в каком-то влоге я вот туда должна была идти, потому что море сожрало все, весь пляж. А сейчас можно спокойно пройти и еще даже останется. Какая, в общем, всегда смотрю, думаю, вот это стихия воды, да? Смотрите, вот оно прям билось вот об эти камни. Это тут прям достаточно так моря, ну, пляжа. И вот прям какая сила, а? Надо же. Когда шторм, а сегодня такой полный штиль. Погода замечательная. Там летает. Кто-то летает, в общем, на своем параплане. С моторчиком. У меня за спиной вертится пропеллер. Я хочу, чтоб со мной все ребята пели. Слышите? Летает, наслаждается. Не так высоко. Очень удобно идти по пляжу, потому что здесь такой песок. А мы пойдем прям по самому пляжу, может, там нет песка.
Ну надо же, а. А буквально где-то месяц назад здесь вообще нельзя было пройти. Обалдеть. Обалдеть. Очень много вон там, особенно народу. Все на пляж. Чем это они занимаются? Люди-коконы. Смотрите, повесила их и висят. А что это они делают? Что это такое? Кто знает? Я первый раз такое вижу. Зачем она их кверх тормашками повесила? Ужас! Женщина! Не издевайтесь над людьми. Надо же, может быть, какой-то вид спорта. Интересно. А вот вообще плывет. Один на лодке, второй сзади. Плывет. Прикольно. Там, кстати, еще один пловец есть. О. Еще один. Прям так и хочется спросить. Вода теплая? Вообще на пляже очень много народу, смотрите. Так смешно на него смотреть. У нас просто, когда привозит муж, он всегда вот тут ждет. И Чарли сейчас бегает вокруг, смотрите. И ищет машину. Типа смотрит на меня. Ну где, где? Видите, видите? А нету. Ну, Наста. Наста, папе? Ай. Видите, ищет, ходит, бедный. Мне так его жалко. Нет. Вы сегодня сами приехали? Забыл, что ли? Бегает, бегает. Нет, это не он. Одного мужика здесь выбрал. Ну, мужика. Так что мы подходим к финишной прямой. Народу, конечно, тьма. Ведь все ходит, ищет. Иду сейчас и наблюдаю такую ситуацию. Женщина сидит. В общем, рядом с ней там два велика валяются. Один ребенок на велике, второй титю сосет. Ему года 4-5, наверное, знаете. Я не знаю, зачем в 4 года, зачем давать титю. Чтобы что? Я не понимаю. Ладно, первый год, да, там жизненно необходимое просто молоко. Но в 4 года, тем более, знаете, в Испании в школу ходят с 3 лет. То есть у меня ребенок приходит в такой школе. Маня, давай жрать. Она ему титю на стол хлобыст. На! Ну, как-то абсурдно. А еще, знаете, здесь многие вот выступают, типа... Мы имеем право давать грудь, где хотим, там, где приспичило, там и даю. И вот какой-то уже, как на показуху какой-то идет, это уже такой стадии, что как-то уже даже противно, да? Где хочу, там и даю, ну, блин, давай, ну, не 4-летнему ребенку. То есть он на велике катался такой, и ладно там, ну, ночью, чтобы успокоить время, 12 часов дня, посередине вот дороги люди ходят, велик, он такой на велике ехал, да, мам, да, кушать хочу, или как? Вообще, ради чего она дает эту грудь? Зачем она ему нужна, да, если 100% он уже все на свете ест? Может быть, вы знаете, может быть, есть какое-то определение, для чего ребенку в 4 года титя? Зачем? А может быть, это маме нравится? В общем, мне как-то неприятно было на это смотреть, если честно. Я даже сразу не поняла, что это было. А потом думаю, фу. Одно дело, когда грудному ребенку... А другое дело, когда такому, блин, здоровому лосю сиську, это уже какой-то абсурд, мне кажется. Где там моя собака? Как-то так решила поделиться. Просто увидела ее, иду, такая мысль, гоняю, думаю, пойду у людей спрошу мнение. Что они думают, что вы думаете по этому поводу? Сейчас быстренько пропылесосю машину. Специально тут поставила так, чтобы Чарли там гулял, а я немножко прошвырнусь так. Бжж-бжж-бжж.
собиралась убирать вот с таких вот. Вот у меня есть такая вот, вот такая штука. Ну, это, конечно, собак чесать надо ими. Но я убираю волос вот этой частью. И классно убирается. Сейчас еще пыль протру. У меня тут спалфетки есть. Поэтому и будет все в ажуре, чистенько. Можно жить. Смотрите, красота какая. В общем, на обед я придумала. У меня будет макароны вот такого вот. Ну, типа салата сделаю с тунцом. Там отварю сейчас яйца. Яйцо вареное добавлю. Вот тунец достала. Посуду надо разобрать. И буду чистить фасоль. Завтра или послезавтра, когда там... О, твою мать! Фенхель забыла в машине. Я так и знала. Знаете, когда я пылесосила машину, думаю, не забыть, не забыть. И сейчас смотрю на этот. Фенхель забыла. Ну ладно, сейчас схожу за ним. Ну не сейчас, там попозже. Сейчас, наверное, ананас почищу, а то он совсем прям уже спелый. Надо его, мы как раз доели тот. Вот. Его, я в основном ананас покупаю мужу, потому что я как-то его не очень люблю. Ну как, нет, люблю, но у меня много других фруктов. Например, там вот всякие мандарины, яблоки. Сейчас вот клубника. Этот арбуз, кстати. Муж вчера арбуз поел, как-то странно он его поел. Вот так как-то. Я не знаю почему, но как-то он его обкромсал. Блин, там такой грязик. Оказывается, у меня в холодильнике упало что-то. Что упало, то пропало. А еще, знаете, молока нету, а мне хочется и каши молочной, и какао. Вот всегда так, как, когда чего-то нет, то все. Этого обязательно очень сильно хочется. У вас не так? В общем, вот так вот. И буду сейчас сериальчик включу, буду ее чистить. Вызволять, скажем так, вот эти вот фасолинки. И завтра или послезавтра, там, когда пожарю с хамончиком и с чесночком, будет такое объедение. Сейчас разберу посуду и разделаю ананас. А что у меня на голове там, непонятно. Да не, красавица. Да ничего, красавица. Вот такой у меня обед. Выглядит не очень аппетитно, но должно быть вкусно. И йогурт на десерт. И новогодние виноградинки. Ровно 12 штук. Всем приятного аппетита. Нудное это дело, скажу я вам, чистить вот такую фасоль. Целого пакета получилось вот. На одну порцию, ну на две порции, ну на три. А тут у меня, смотрите, удобрение для цветов. И в комментариях читала, и раньше знала, я так удобряла цветы. Вот банановую шкурку положила, и вот потом полью цветы этой водой. И что-то банан съела, думаю, шкурку не выбрасывать же. Жалко. Ой, вот так вот. А еще у меня тут свеклу нашла, смотрите, в заморозке. Потом, может быть, к вечеру ближе сделаю винегрет. Ой, точно, у меня же и это есть. У меня все есть. И капуста квашеная есть. Все-все-все есть. Для винегрета. Точно, забацаю. Сейчас посмотрю еще немного. Поработала, теперь надо отдохнуть. Ой, чай попила вроде бы. Все, ничего. Все-все сделала, все сделала. Какая я работящая. Винегретик на завтра готов. С квашеной капусточкой. Все как надо. Валькам поберу капусту квашеную. Смотрите, прям написано. Капуста квашнова какая-то. В общем... Там два вида капусты есть. И даже кочаны такие квашеные.
Вот, давно беру. И с укропчиком. Хорошо, что сейчас овощи все вот эти продаются. Банку купил, там и картошка, и морковка, и горошек зеленый, все есть. Добавь только лук, добавила огурцы, вот квашеную капусту, ну и свеклу, конечно. И все, и оливковое масло, укропчика. А как же без укропчика? Вот. И все, завтра настоится, завтра будет вкусненький. Немного посолила, не пробовала еще, потому что уже все. Время 10 час, уже рот на замок закрыт. Даже для фруктов, кстати. Кто там это, ну никто там вообще, хочу сказать, что я когда фрукты ем, за 4, я вообще, мой последний прием пищи, смотри, я уже рассказывала 150 раз, что я в обед ем обычную еду нормально, и после обеда уже все, никакого мяса, никакой рыбы, могу съесть одно яблоко часа в 4, вот, потом часов в 6 чай попью, просто чай с стевией, и вот могу часов в 7 я съедаю. Вот сегодня съела арбуз. И что еще? А, и сделала себе фруктовый салатик из ананаса, клубники. Добавила чуть-чуть йогурта вот такого. Помните, покупала с вишней. Вот. И семена чии. Это вот во сколько я... Не помню, во сколько уже съела. И все. То есть, да, за 5-4 часа до сна у меня ни маковой росиночки во рту. Поэтому, когда я утром встаю, первым делом иду, ставлю чайник и тост в тостер. Потому что так хочется жрать. Вот, поэтому... Это я комментарий прочитала про то, что лечугу вместо яблока. Ни яблоко, ни лечугу. Ничего. Водички в крайнем случае. Даже не попробую. Вот. Я уже давно так питаюсь, поэтому я уже много раз тоже говорила, что я уже не помню, когда я ужинала в последний раз. Помню. На Рождество. Католическое. Ну так мы там видели ночь и гуляли всю ночь до утра. В общем, да, там все растряслось до утра, поэтому... И еще хотела сказать, что я уже не худею, я поддерживаю то, что я похудела. Потому что, вы знаете, я уже тоже много раз говорила, что я толстею от одного взгляда на булки, вон они лежат, все, завтра 100 грамм больше. От одного взгляда, а уж если понюхать, там целый килограмм. Поэтому я никогда смотрю в Инстаграм, ужин там, ппшный ужин там, котлетка на пару, картошечка там в этом. Как, что это за ппшный, как с этого можно похудеть? Я не понимаю. Но у каждого свой организм, поэтому никакие диеты, никакие там, не знаю, какие-то там рамки для каждого человека, это вот целый мир. Все так индивидуально, что пользоваться какими-то диетами... Я по опыту говорю, знаю, о чем говорю. Я все диеты, у меня книжка есть. Вот такая толстенная с диетами. Все это фигня на постном мясе. Нет, до 18 лет годится, да. Но когда тебе уже за 30, никакие диеты. Только то, что ты сама уже обнаружила в своей жизни. Вот я обнаружила, что вот так вот мне. И никак иначе. И поэтому, когда люди на диетах сидят, все это потом прибавляется с несколькими килограммами еще. Блин, как он пахнет. Все, завтра на килограмм больше, потому что я это понюхала. Вкусный. Люблю винегрет. Вы любите винегрет? Вкусный же салатик. Всем всего самого наилучшего, продуктивной вам рабочей недели. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока-пока.